Бюджет основного финансового документа ноябрьска обсудили на публичных слушаниях. По закону доходы и расходы городской казны должны выноситься на рассмотрение широкой общественности. Однако интереса к документу простые горожане в этот раз явно не проявили. А потому в кинозале «Руси» в большей части присутствовали чиновники муниципалитета. К слову, некоторые из них изобилие цифр тоже не воспринимали. Хотя если сопоставить основные данные, которые приводила руководитель департамента финансов, эффект должен был быть скорее отрезвляющим, чем усыпляющим. Так, бюджет 2012 года, а речь шла именно об этом периоде, у ноябрьска был с немалым дефицитом. Он составил 880 миллионов рублей. Или примерно десятую часть от всех доходов городской казны. Большую финансовую брешь пробили платные услуги и налоговые поступления. По этим статьям город недополучил сотни миллионов рублей. А вот годом ранее, в 2011-м, деньги в бюджете даже оставались. Между тем, социальная направленность сохранилась. И на образование, и на жилищные программы вкупе ушло не меньше миллиарда рублей. А на жилищно-коммунальное хозяйство более 2 миллиардов. Это почти вдвое больше, чем в 2011-м. И по идее, вдвое лучше и комфортнее для жителей должна была стать эта сфера. Правда, здесь надо учитывать и деньги на капремонт жилых домов – более 300 миллионов, на переселение из ветхого и аварийного фонда – еще около 120 миллионов, и выкуп аварийных помещений у их владельцев. В итоге финансовый документ единогласно был одобрен. Изменений или предложений вносить никто не стал.